Здравствуйте. Мы с вами находимся в двухкомнатной квартире площадью 85,4 квадратного метра. На входе в коридор площадью 10,7 квадратного метра можно обустроить полноценную зону хранения сезонных вещей. Удобно, что санузел в этом варианте планировки раздельный. Туалет на 2 и ванная на 6 квадратных метров. Не нужно ждать, пока кто-то освободит место. Или можно долго принимать ванну. Домашние не потревожат. Квартира выходит жилыми комнатами на две стороны дома. И первая комната на 23,7 квадратного метра, самая просторная, позволит вам разыграть любой сценарий, будет ли это спальное или деловое пространство для работы на дому. Можете превратить эту зону в уютное место сбора родственников и друзей. Изюминка этой квартиры – две лоджии и два балкона, которые можно использовать под разный функционал. На лоджии площадью 2,8 квадратного метра можно сложить габаритные вещи. Балкон на 5,4 квадратного метра обустройте для релакса. Поставьте кресло, зеленые растения и торшер с мягким светом. В интерьере второй жилой комнаты на 18,3 квадратного метра также удачно впишется любой функционал. Она также имеет выход на балкон 5,4 квадратного метра, который дизайнерски можно сделать продолжением этой комнаты. Просторную лоджию площадью 5,8 квадратного метра можно обустроить в качестве дополнительного рабочего места. Мечта любой радушной хозяйки – функциональная кухня на 14,6 квадратного метра. Из кухни есть выход на лоджию, который удобно связывает ее с жилой комнатой. Югстрой Империал. Жилье со знаком качества.